Доброго времени суток, дамы и господа, гости и подписчики канала Revenant Incorporated. Ведущий, как обычно, я, Иван Владимирович, и мы продолжаем играть в Star Wars Рыцарь Джедай, Академия Джедаев. Вот, прошли мы там основные 5 миссий в первой линейке за простого падавана. И теперь нас просят вернуться в Академию. Вот. Погнали. You are truly on the path of the Jedi. I sense that you are at peace. Это погоди, это я еще за темную ветку пока не начал. I have called you all here to relay some disturbing news. Someone sliced into my personal records and accessed some highly sensitive data about places where I felt a strong connection to the Force. Places like Cloud City, Hoth, and Biss. What could they get from that besides a tour? Something nasty. I believe that the scepter Jaden saw was somehow used to drain the residual Force power from the Masasi Temple. Drain the Force? How can anyone do that? I'm not sure. But I've learned from the Jedi Holocron that devices were created in the past that could absorb and store Force energy. Those people Jaden saw may have discovered some way to harvest Force power with that scepter. Which could be dangerous indeed. So what are we going to do? We'll have to investigate any locations from my records. That includes all of you students. Corrin, you're going to Wayland. Kyle, I need you to look at the Valley of the Jedi. Finally, some real action! Why would they be stealing Force power? I don't know. You worry too much, Jaden. I bet that these cult guys can't take on a Jedi. Well, we're not Jedi yet. We're just students. You may be just students, but you're both well on your way. So don't rush it. Jaden, yeah. I'm sending you to Hoth, where I had a vision of Obi-Wan Kenobi. I imagine there was a pretty strong aura there. Rosh, I'm sending you to the remains of the planet Biss. It's very remote, so I doubt the cult has been there. Don't stay too long. The Imperial Remnant may still be operating in the area. No problem. That's everyone, then. May the Force be with all of you. Good luck! Call me if you need any help. Я сильно сомневаюсь, чувак, что нам понадобится твоя помощь. Ну да ладно. Так, возьмем, как обычно, эту винтовку и возьмем. Против дроидов. О, вот это надо взять, попробовать. Итак, ход. Только это Z95, кстати. Хотя в ролике вроде X-крыл был. Я просто внимания не обратил. Nothing. Is Master Skywalker wrong about this place? What's that? Сающий огонь. I guess I better check it out. У меня есть мысль. Можно взять тантонов. Imperials. Yeah. Master Luke is right after all. Ой, я не хочу тратить на этих придурков время. Зверюга. Херак и руку отрезаем, как Люк Скайуокер в том фильме. Да, только нас это, конечно, коцнуло. А тут секретка есть, а тут щит есть.
боеприпасами. Оп, снова огни. Еще там танчики. Так, в сторону идти-то. Вот сейчас и испытаем. Отличная штука! Там болит. Так, блин, куда идти-то? Я хочу все осмотреть. Пойдем сюда тогда. Тут щит есть. Погнали. На тантончике. Где-то здесь, если не ошибаюсь, пулеметчик есть. Сломали. Надо продолжать ломать. Куда, блядь, пальба идет? С той стороны, да нет, вроде не. Погоди, отсюда. Вот ты где! Этот Антончик. Где-то я тут видел, вот он ты. Все. А, ты в окне. Я палил в дверь, да? Андроидов мы не жалуем. Попробуем стрелять. Как-никак, здесь у нас однажды будет миссия, где мы будем только с одним оружием. Так что пока потренируемся. Сразу здесь пробьем, потому что тут секретка.
Давайте щит соберем. Чё? Это я с пушки пальнул? Лол. Я с пушки палю. Ладно, пусть будет пушка, так и быть, но вот здесь рычаг, и вот она нажать, чтобы открылась дверь. Возвращаемся теперь. Тут ничего. Падать высоковато будет. А еще надо бы с разрывами поработать. Надо вертикальную синхронизацию на драйвере включить. А то как-то не кумыс играть. Перский автомат взял. Пригодится. Секреток тоже нема. Я лучше вот эту винтовку по старинке взять. Косые, да не косые. Эти стреляют вполне себе метко. Аптечечка. Тут можно было бы и секретку устроить. Желающих получить пизюлей поубавилось довольно знатно. А тут я уже с мечом пойду. Хотя зачем? У меня тут пулемет есть. Все? Дроидов там каких-нибудь нету? I guess I should keep following the beacons. Вау-ненький. Why would they be guarding this pile of junk? А вот здесь дальше у многих затуп начинается. Вроде бы всех поубили, вроде в локацию пришли, но ничего не происходит. Одни ведут сюда куда-то, но... А дальше как бы ничего и не происходит. Куда идти, что делать, хрен его знает. Но кто проходил эту игру, те все-таки знают. Я знаю, что делать дальше. Сейчас покажу. А бегаю только здесь все, потому что тут... Смотри, хватает пока людины. Кто стрелял?
There. Echo Base. База Эхо. Да, только база закрыта. This entrance is blocked too. How did they get in? Надо вроде как попасть туда. Короче, там, где мы пулеметчика саданули, там проход есть. Поэтому идем сразу туда. Можно было бы даже сэкономить время и не бегать туда-сюда, но я же решил вам тут показать локацию. Площадь-то огромная. И заблудиться, что делать, тут тоже очень легко. Для неопытного, особенно пользователя. Понаехали тут! Короче, нахер все. Вот здесь пулемет. А вот здесь стекло с щитом. Смело ломаем щит. Как туда попасть? Попасть-то надо туда. Во, все, прошли. А здесь внутри, Вот сюда вниз надо. Режем, кромсаем, а затем сюда в пролом. И все. Одним выстрелом сразу троих. Пулемет. Проламываемся и не боимся. Не вставайте. Нет. Там пулемет, но я пока не туда хочу. Я хочу сюда. Просто потому, что здесь щит с аптечкой есть. На халяву. Упс, простите. Этого звука быть не должно. Вот. Продолжаем. Отхил. Аптечку мне, бахту.
Сказал же, дроидов не жалуем. Халявная аптечка. И пойдем здесь на лифт. Ладно, так и быть, пойду дальше с мечом. Пулеметы? Найн! Арестовать джедая? Ха-ха-ха! Смешно. А куда? Сюда? Сюда. Защит, спасибо. И готовим сразу защиту. На куски, на мясо, в капусту, в полосочку, в горошек, по всякому порядку. Все тут метки. Что, первый фанат за эту миссию? Command center to Allura. We've just finished downloading the data. The rebels must have erased everything during the evacuation. Fortunately, the computer kept logging their flight information. And we found Rogue Leader's flight trajectory when he left Hoth. From it, we've been able to determine that Skywalker went to Dagobah. Dagobah. That sneaky little Jedi. Да, он летал на Дагоба, чтобы встретиться с Йодой. Он у него учился, в конце концов. Чё тут хитро-то? The Jedi are here. Получил? А теперь спать. This isn't good. I better find this Allura. А теперь осталось найти Аллору. И отмудохать ее по-подавански. Ой, не. С Антоном ты сам как-нибудь. Yes, а master. Вот Аллора. Dagobah. Skywalker didn't mention it in his journals. He must have been trying to protect something. Well done, my apprentice. Meet me there.
Ah, you must be the saber-wielding troublemaker who neutralized our perimeter guard. Are the Jedi stretched so thin that Skywalker sends children to battle the disciples of Ragnos? Говори мне тут. You cannot hope to defeat me. Выпендривайся. Ха! Выпендривайся. А-а-а! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Зараза! Не получилось. You are nothing. You are weak. Ой. Пиздели, сейчас больше ты огребаешь. Вот особенно сейчас. Хе-хе-хе. Ну, это уже все. Хорош. Отпинали. Она сразу по съебушкам. We'll meet again, Welp. I can't wait. So they know about Dagobah. Master Yoda hid there, knowing his presence would be masked by the planet's strong dark side aura. If they find it. Did you find anything on Hoth? Nothing. They must have already taken the Force energy from there. Just as others have reported. Bespin, Endor, Coruscant, everywhere. Kyle, what about Biss? Rosh hasn't returned. He's long overdue and we haven't heard from him. I sense he's still alive. I'm going to Biss to look for him. I know some people that can get me into some of the outlying Imperial outposts. I'll see what I can find out. Very well. What about me? I want to help. Rosh is my friend. You can help by staying here and completing your training. Kyle's right. There are still missions for you to undertake. And we can't neglect the training of one of our most promising students. Promising? Yes. Due to your heroics on Hoth, we are promoting you to apprentice. Thank you, Master Skywalker. Master, Kyle? Ну, уже теперь не просто падаваны. Ну, уже полноценные джедаи, хотя и не титулованные пока в рыцари. Новый стиль, быстрый. Ну, я хорошо играю с быстрым стилем, но тут лучше всего хочу... Ну, стоит попробовать сильный стиль. Попробую. Сильный стиль очень хорош в мультиплеере. Там, не знаю, я, например, от сильного стиля много раз падал. С кем дерусь быстрым стилем, выживают все. Однако. Ну а пока у нас есть 5 заданий, которые я выполню в течение следующих 5 серий.
Ну а пока, друзья, спасибо, что смотрели до конца. Если вам понравилось, все нужные кнопки внизу под видео. С вами был Иван Владимирович. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.